5 неполных месяцев года, 5 крупных пожаров. Огнем уничтожены большие производственные площади, причинен серьезный материальный ущерб. В Ивановской области участились случаи возгораний на предприятиях. Причинами во многих случаях послужили нарушения требований пожарной безопасности при проведении сварочных и огневых работ. Были также случаи возгорания сухой травы с последующим перебросом огня на производственные здания. По двум фактам уже возбуждены уголовные дела. Решается вопрос о возбуждении нескольких административных дел в отношении виновников. Отдел надзорной деятельности напоминает, избежать пожара можно только при строгом соблюдении правил. Прежде всего, что касается мест проведения сварочных огневых работ, значит, данные места должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения. Лица, допущенные к проведению вышеуказанных работ, должны иметь наряд допуск. Должен быть проведен инструктаж пожарной безопасности. Ну и сам объект должен быть оборудован соответствующей системой пожарной защиты.